Привет, я радужный единорог. Я представляю проект Шапошникова Эльзы. Берегите природу. Однажды ребята пошли в лес. По пути заглянули в магазин. Поели, поиграли, все раскидали, собрались домой. Но тут произошло нечто. «Ой, что это? Мамочки, это же монстр! Бежим!» «Уберите с меня все!» «Хорошо, хорошо, мы все уберем!» «О, спасибо, ребятки! И берегите природу!»